Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Опять сарделька. И мы будем сегодня с вами опять пробивать дно запределья адского левела. Попробуем все-таки зафармить. Ну не факт, что мы зафармим. В прошлый раз мы остановились, по-моему, на второй отметке. Этим все закончилось. Ну, я не ожидаю, что мы сейчас сможем хоть что-то здесь изменить. Но все-таки шансы есть. Так, там где Хрон, мы нападать не будем, потому что Хрон нас будет ушатывать. Все очень просто. Так, попробую такой вот состав с красным смотром. В прошлый раз, если я не ошибаюсь, мы собрали один осколок. Это реально успех. Попробуем, что у нас в этот раз получится. Ну, тут как бы всю игру у меня делает землеройка. Это до поры до времени. Это пока она делает. Это на первом этаже. Так, увеличивает крит удар. Увеличивает крит удар всех героев. Будем на 70%. Ну, блин, это 70% у них и так-то у крита там херня. Так, пробуем дальше. Ну, как видите, сила небольшая, 100к, и я без проблем могу передвигаться хотя бы на первом этаже, потому что многие ребята имеют кучу проблем. Куда? Куда ты так бьешь? Успокойся. Кого-то по-любому у меня уже следует. Раз, два, три, четыре, пять. Не живы все. Отлично. Так, берем вот так, выбираем. О, вот такие вот пачки должны быть здесь. Вот это вот нормально на адском левеле. Нифига себе, нифига себе, они там меня просто шатают. Звери. Блин, варлок. Ладно, идем сюда. Хотя надо было, наверное, другую сторону выбрать, ладно. Вроде бы шатали. Буду брать все подряд. Блин, ну тут мне надо только через центр идти, наверное. Нет, сюда я точно не пойду. Хотя у меня землеройка сожива, в принципе, не страшно. Как видите, без проблем мы это сделали. Так, надо добавить здоровечко. Честно говоря, на удивление, первый этаж, как видите, мы просто пролетаем. Пролетаем, но непонятно, что у нас будет дальше. Дальше у нас может быть полная жопа, ребята. Итак, средний уровень. Ну вот оно началось. Вы что, блядь, издеваетесь? Ну каким хером я ушатаю вот этих вот героев? Ну каким? Вторые эволюции. Ну, ребята, камон. Ну где я тут? Что я тут могу сделать? Интересно, у нас там что-то осталось? Да, у нас места на складе нету. Вы хотите, чтобы я фармил эти подземки? Ну вы что, издеваетесь? Так, что нам такое открыть? Что нам такое продать? Сейчас, ребята, мы с вами затащим. Мэри еще плюс один осколок. Итого... Что тут у меня делается? Сколько у меня уже их? Прикольно, кстати, дымок идет, да? Парогенератор работает. Что у меня по осколкам получилось уже? О май гад, у меня даже облики героев есть. Да ты что, великий Тенгу. И Бугимен уже. Нифига себе. Ну это просто, ребята, эпически. Я даже этого не знал. Ладно, это все херня. Смотрим, что у нас... 5 осколков Мэри. Я вам скажу, это результат. Магическая. Ну, кстати, магическую рулетку надо не забыть сыграть. И все. В принципе, вот мы сейчас еще один раз попробуем, но я думаю, вряд ли мы их ушатаем. Да ты что? Сундук Хэллоуина. Фонтан. Спасибо, IGG. Ваши подарки открываем. Чик. И еще плюс 5. Но скоро он будет у нас на аккаунте. Так, давайте откроем третье. Мне самому интересно. Чарки.
Камешки. Вот сменки, вот это действительно хорошая тема. 15 штук, это 4500 самов. Это если каждый день заходить и вот здесь вот вылавливать. В принципе, нормальная тема. А, окей. С этим разобрались. Поехали. Попробуем еще разок пробить дно. Ну, то есть все, это максимум, это потолок, куда я могу доходить, это фармить стабильно, третий левел, первый этаж. То есть, соответственно, в неделю 2, а сколько за месяц? 8. 8 осколков, ну, в принципе, нормально. Дополнительно. Это при том, что они не поменяют локацию. Не поменяют награды. А от IGG можно все, что хочешь ожидать. Что, мы там хоть кого-то слили? А, нет, мы тут кого-то слили. Давайте попробуем. Что уже так метушится? Давайте попробуем хотя бы хоть что-то сделать еще. Может, еще кого-то ушатаем. Я думаю, вряд ли. Тут фоба, вторая эволюция, суперпеты. Я тут ни хрена не сделаю Махатма. Наверное, надо было лучше нападать на ту пачку. Такс. Ну, ждем обновы, посмотрим, что в обнове будет. Может, там что-то поменяется наконец-то. Это не точно. И это вряд ли. Так, попробуем землеройка. Боги сейчас оживо кину вперед. Может и сможем, но, блин, я очень в этом сомневаюсь, что мы сейчас вторые эволюции Махатму, тем более Ронина, ушатаем. Таким составом. Ну, нифига себе. А ну-ка, собрались. Ну, почти, ребята, почти. Ну, почти. Блять, ну все. На этом пишем. До свидания. Тут бы уже что я ни делал, кого бы я ни ставил. Дальше я уже, к сожалению, не пройду. Ну, хоть измотаю их. Все равно не убил. Там питомец хилит, блин. Намного больше. Но шанс, как видите, у нас был. 500 самоцветов, 574, 579. Сейчас, ребята, мы с вами сделаем то, что делать не надо. Мы потратим еще 600 самоцветов и окончательно пробьем дно от IGG. 600 самых, блядь. 600 самоцветов. Я мог здесь выбить целого этого. Космо, Феникса. Кого-то мне еще не хватает. Я мог всех выбить. Так. Блин, но землеройка, конечно, классно, что есть. Вот реально, без землеройки я бы тут вообще ни хрена не сделал, мне кажется. А так как он еще дополнительно блочит. Воу-воу-воу-воу, ребята! Ну а что я с Ронином смогу сделать? Вот мне вот интересно, что я могу сделать Ронину? Да ни хрена я ему не смогу сделать. Или все-таки ушатаем его? Ну-ка, собрались. Ну, в принципе, Фрая может его ушатать. Отлично. Нифига себе. Да ладно, еще и все живы остались. Ребята, мы тащим дальше. Вы думали, что я здесь не затащу хренушки? Однозначно затащу. Не факт, что здесь затащу. Ну. Опять Ронин. Ронин психощит. Ну, ёпары сатэн. Вот что мне с ними делать? Не ушатали. Красавчики. Сарделя тащит, ребята. Неужели у нас сегодня свершится, и мы достанем еще плюс 2 осколка? Это будет эпически. А, конечно же, атаку восстанавливаем. Блин, стрелок, хрон. Нападу-ка я на этих, на сказочных персонажей без проблем. Ну, там Дрейк был сложный, но ничего страшного. Ара, по-моему, даже. Ну, вроде все гуд пока. Единственное, чего я боюсь, это хранители. Вот реально хранители бывают вымораживают. Так, еще кого-то резним даже. А, землеройка Космо. Землеройка Ронин. Бугимен. Ну, мне кажется, Бугимен лучше уже напасть сюда. Да, удачно мы зашли. Вот реально удачно. Лучше Космо и землеройка, нежели мы туда бы напали. Там бы Бугимен нас выкосил всех.
И знаете, что самое плохое? Не видно, где первая, где вторая эволюция. Было бы, думаю, намного удобнее, когда бы человек хотя бы приблизительно хоть что-то видел. Хоть и левел тут показывает, но я не вижу, какого там первая, вторая. То есть это чисто на бум, на удачу. Ну, видно, в принципе, по скинам, там, по эволюциям, вот здесь вот простенькие, да, будут. Ну, практически все. Так, стопы. Отлично. Такс. Ну что? Не, на Бугича... Оккультист Бугич — это явно не мой вариант. Только вот эта вот пачка, если повезет. Вторые эволюции. Ну, Фрейка, давай тащи. Бугич, тащи. Остался один Ронин. О май гад, все. Сможем или нет? Ну, я думаю, мы сможем дойти до последнего. Ронина, в принципе, должны ушатать. Красавчики. Ну, теперь самое интересное, ребят. Всех топовых героев мы потеряли. Блять, Фрея. Это, конечно, печаль. Я не знаю, что я смогу сделать. Но я попробую, по крайней мере, сейчас затащить. Но мне кажется, я эту Фрею не убью. Этих, кто мелких, я должен поубивать. А вот Фрея... Да, с Фреей у нас будут терки по-любому. Там еще плюс Ронин, он мою Фрею просто сносит. Все. Спасибо, IGG, но хотя бы дали шанс. Один Купидон здесь ни хрена не сделает. Целых 600 самов, ребят, вот так вот. Вот так вот мы в итоге, в принципе, потратили, ну, в надежде на то, что мы хоть что-то словим. Но в итоге мы не получили ни хрена. Ну, хотя получили дофига эмблем 4 левела. Я вам скажу, это круто для тех, кто фармит без донат, кто фармит реально КБшку там и прочее, у кого есть кристаллы, тот хотя бы хоть что-то может сделать. Ну, мы все, что могли, сделали. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.